Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online и Аня Петрова. Так получилось, что Анюта сегодня ко мне заглянула в гости, и я как раз заказала полуботинки женские, которые малы моей дочке, малы, конечно же, мне, и вот благо они подошли Анюте. Да, и Анюта их будет с радостью сейчас носить. Это ботинки, модель. Так, цвет серый, размер 36, артикул 88-40-52. Вверх у них идет искусственная кожа, подкладка искусственная кожа, стелька искусственная кожа, подошва резина. Очень, в принципе, удобные. Анюте они подошли, понравились. Да, Анют, отпиши свои ощущения, как они тебе, не давят, ничего? Нет, не давят, все удобно и комфортно. Вот, знаете, у меня такое ощущение, что они немножечко маломерочки. Почему? Потому что Катюшка у меня 36 носит, а тут... 35-й. Да, а у Анюты 35-й, и ей подошел 36 размер. Значит, скорее всего, они немножко на размер маломерят. И плюс ко всему, я вижу по ним, что они узкие. Да, они узкие, да, как вы видите, идут на шнуровочке, сбоку замочков никаких нету, да, то есть удобные, хорошие, а протектор какой там у них, подошва, ну такая, да, в них уже не подскользнешься, удобно, да, то есть если вы куда-то зимой в них выбежите, да, ненадолго, то вы в них не упадете, тоже удобно очень, да, шнурочки тоже серые, тоненькие, они тянутся, да? Нет, тугие. Бывают еще, знаешь, шнурочки тянутся. И, конечно, очень интересный узор. Сейчас я вам покажу черную версию. Это как раз-таки идет 37 размер. Вот. И такие вот узорчики, что на сереньких, что на черненьких идут. Это вот я уже Катюшке своей оставлю. Вот, она их померит, мы посмотрим. Вот, а серые подошли только Анюте. Ну, ей как раз прям вот она пришла в серых джинсах. Прям сочетается. Ну что ж, Анюта, носи с удовольствием. Спасибо. Да, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. Хочется сказать, что качество обуви замечательное. Да, на нашем проекте легко работать, легко делать бизнес, потому что, ну, продукция редко кому не нравится. В основном нравится всем. Всем пока-пока.